Всем огромный привет, я Настя, и у меня есть одна небольшая тайна. Я совершенно не умею караситься. Поэтому сегодня я буду пробовать краситься по одному из туториалов с ТикТока. Посмотрим, получится ли у меня сегодня. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить это и еще очень много интересных видео. А сегодня я буду пробовать делать smokey eyes по туториалу из ТикТока своими подручными средствами. Вот такая милая красотка будет мне сегодня помогать. Из того, что у меня есть, это две растушевочные кисти, розовая палетка теней и отдельно коричневые тени. Я уже нанесла свой ежедневный уход. Сначала очистила кожу, потом нанесла немного тоника. Увлажняющая гелевая сыворотка. И легкий крем для жирной кожи. Он классно подходит как база под макияж. Также я сделала брови, используя свой любимый фломастер с AliExpress. Ссылочку дам ниже в описании. Он не растекается, не течет и не смазывается в течение дня. И сделать кончик более ровным и четким мне поможет вот такой вот прием с тональным кремом. Ну и я, конечно же, уже нанесла тональный, так как в самом туториале этого нет, и нужно это делать самим. В качестве подложки под тени я также использую тональный крем, он очень классно закрепляет и не дает теням осыпаться в течение всего дня. Контуринг и румяна я пока не делала, я думаю, пока что это и не нужно, потому что в процессе тени будут.
по-моему, коричневый, который я беру, немножко не дотягивает. Поэтому возьму вот такой. Он гораздо темнее. Добавлю его немножко сверху и немножко снизу. Вот так у меня получилось. Своими подручными средствами и немного неумелыми в этой сфере руками я сделала вот это. И я думаю, в принципе, это достойно первого раза. Спасибо, дорогая, твой туториал мне зашел. Рекомендую повторить это действительно возможно, и это достаточно легко. Ставьте пальчик вверх, если мои усилия были не напрасны. И оставьте, пожалуйста, комментарий, как мне идет розовый цвет теней. А я пойду и выгуляю свой новый крутой образ. Всем пока, до новых встреч!